Мои родители работают в Кольской горной металлургической компании. Мой папа работает в рафинировочном цехе флотатором. Он разделяет файнштейн на концентраты никелевый и медный. Моя мама работает начальником архивного отдела. Она получает документы, переплетает и хранит их. В этих документах хранится вся история этого предприятия. У моих родителей очень ответственная работа, но даже после нее у нас остается время позаниматься творчеством, спортом, вместе погулять с нашей собакой, например. Моя мама рисует, я занимаюсь музыкой, папа рыбачит, и нам очень нравится жить в Мончегорске. Я горжусь тем, что мои родители работают в Кольской горно-металлургической компании.